И снова всем привет! Вы снова находитесь на канале Любопыт. Я продолжаю играть в игру Krampus Is Home. Да, вы помните, что тут со мной произошло в прошлый раз. Я куда-то провалился, неизвестно куда. И по-прежнему ищу выход. Так, я тут нашел батарейки для фонарика. Эльф грохнулся в бассейн, и ему пришел конец. Ну, по крайней мере, я так думаю. Кто его знает, этого эльфа? Может, он еще и воскреснет. Так, ладно. Надо подзарядить фонарик. А то здесь очень-очень темно. Вентилятор вон, который я включить не могу. Ладно. Единственный путь — это сюда. Значит, я должен ходить здесь. Опа! Так это все еще зоны крампусовской тюрьмы. Обалдеть. Мы попали в зону 523. О, быстро. Мы еще даже до 800-й зоны не дошли. Уже в 500-ю попали. Могу ли я доверять той девушке, которую только что увидел? Я не знаю, пацан. Мне кажется, что это все просто галлюцинации. Что за звуки? Это что такое? Что за... Сзади... Да нет. Что это за звуки? Блин. Здесь что-то не так. Попробую открыть дверь. Да кто тут так болтает? Так, здесь шкафчики, но они пусты. Подозреваю, что это какая-то ловушка. Все слышу голоса, он чьи-то. Эта лестница ведет наверх. А если я попробую пройти сюда, здесь меня ждет тупик. Здесь тоже тупик. Значит, единственный путь наверх. К этим странным звукам. Ой, нет, фонарик лучше не убирать. Сколько процентов? Ядрен батон, 28% осталось. Как же он быстро садится? Блин, что за звуки? Нет, здесь все-таки слишком темно, чтобы ходить здесь без фонарика. Что это за звуки? Не могу понять. Откуда я их слышу? Ой. Так, ладно. Не знаю почему, но это место кажется мне знакомым. Серьезно? Интересно, интересно. Так, ладно, сейчас будем прыгать. Прыг. Прыг. Так, опа-на. Это что у нас такое? Глобус. Еще какой-то журнал. Интересно, а его можно прочитать? Нельзя. Это похоже на школу, что ли? Какая-то школа. Ух ты! Шкафы открываются. Так. А, я понял. Возможно, в них надо от кого-то прятаться. Но от кого? Здесь я вроде никого не вижу. Никакого потенциального врага. Да блин, а чё-то фонарик уже плохо светит мой. Это хреновато. Ну, естественно, откуда же еще детские голоса? Это значит школа. Карта вон. Ой, а куда ведет этот туннель? Не знаю. Судя по всему, мне только в этот туннель дорога. На всякий случай еще осмотрюсь. Только возьму другой фонарик. То я тут еще не все смотрел. Нет, ничего особенного. Значит, лезем в тоннель. Там решетка впереди. Блин, ребят, это мне уже знакомо. Я в Бенди играл, и когда я близко подлез к решетке, там появился скример.
Вот и сейчас наверняка. Ой. Что это за звуки? Здесь ничего. А здесь и здесь ничего. Странно, никаких скримеров. Значит, вот там, скорее всего, будет скример. Здесь, мне кажется, какая-то ползучая тварь обитает. Или даже твари. Осторожно. Блин, я боюсь. Там решетка, единственный путь вниз. Мальчик какой-то. Куда я провалился? Это ловушка. Это стопроцентная ловушка. Что будет, если я... Все в порядке? Опа, и мальчик исчез. Я так и знал. Че он? Кого-то нарисовал. Непонятно, кто это. Вообще непонятно. Так, а куда мне дальше идти? Исла... А, фух. Все. Прекратилось. Так, ладно. О, нет. Ну, здесь темно без фонарика. А садится он быстро. Вот от этого фонарика уже почти никакого толка нету. Сюда я пройти не могу. Значит, надо туда. Так. Нет, возьму-ка я другой фонарик. От этого хоть света больше. Чё у нас здесь? Все, звуки какие-то странные. Как будто... Журчание воды, что ли? Или что-то в этом роде. Ой! Что это показывают? Эльф? Я так и знал, блин, эльф жив! Так я и знал, так я и знал, он вылез. Я думал, игра зависла. А это, оказывается, эльфы показывают. Только что-то тут игра заглючила, у него глаза, если кто-то заметил, наверх вдруг полезли. Блин, я так и знал, этот эльф оказался жив. То есть мне сейчас надо будет еще с этим эльфом сражаться. Опа, а это что такое? Это что? Что это? Едет? Это что едет? Странная какая-то анимация, надо сказать. Что-то вдруг едет. Что-то накрытое куполом. А, это вроде блюдо, которое специальным куполом таким вот накрывают обычно в ресторанах. Что? А и что это тогда такое? Куда оно едет? Вообще непонятно. Все, едет и едет. Куда ты приехала? К Крампусу? Оно к Крампусу приехало. А что это он так дергается? Странно. А, пацан. Он его съесть собрался. Или может быть не съесть, а... Он же вроде как наказывает тех, кто плохо себя вел, но не ест их. Или убивает. Все-таки. А, эльф прилетел, мол, прости меня, босс, я лошара, я облажался. А, такой говорит, мол, я облажался, босс. Мол, ты дебил, придется все делать самому, как всегда. Короче, Крампус выходит на тропу войны. Да, намаялся я с этим Крампусом уже в начале игры. Я так и знал, что мне опять придется с ним столкнуться. Рано или поздно. Короче, сейчас мне надо ждать, что вот-вот выскочит эльф или Крампус. Потому что эльф вместе с ним полетел. Так, опа! Здесь люк, который надо откручивать. Так. Ну чё, можно убрать фонарик? Вроде тут и так. Нормально света. Чё за звуки? Как будто сюда кто-то рвется. Не к добру это. Но я не уверен, что Крампус и эльф так быстро сюда прибежали. Мне кажется, они если прибегут, то не сразу.
Так, чтоб не сразу провалиться, а то вдруг там я еще с чем-нибудь столкнусь. Я сейчас, прежде чем спрыгивать туда, вооружусь фонариком и водяным пистолетом. Так, а вот теперь можно и спрыгивать. Это что за какой-то огонь? Так, если я пойду туда... Так, что тут у нас? Что это за зона? Ой! Что это за звуки? Кто-то за мной охотится? Да, мне кажется, что это кто-то за мной идет. Кто-то идет, как говорится, по мою душу. И этот кто-то — это Крампус и эльф. Даже эти. 521 зона. Я не могу открыть эту дверь, она закрыта. Ну, так я и знал, собственно. Можно было даже не ходить. Значит, надо искать ключ. Тут у нас какой-то огонь. Ой! Это что, это рожа похожа на Джека Фонаря? Ага, на бойца воды. Понятно, значит, мне надо избегать вот этих огоньков. А потушить огонь я не могу. Ай, блин. Ну, я... Короче, я проиграл. Ну, я вообще-то... Ну, я вообще-то потерял все заряды в пистолетике водяном. Поэтому я все равно проиграл. Надо экономить эти заряды. Я должен искать выход. Так. Быстро, быстро. Хрень появилась. А теперь текаем. Опять эта девушка. Эй, остановись! Возможно, это уже и не галлюцинация. Вполне себе человек из плоти и крови. Так. Здесь у нас опять тоннель. Что это за звуки опять? Ну куда он ведет, хрен знает. Если мы посветим туда фонариком. А где мой фонарик? А его в инвентаре у меня уже нет. Так. Нет, подождем туда лезть. Давайте сначала осмотримся. 516 зона. Дверь на замке. 517 зона. И она тоже закрыта. 516. Я там смотрел с той стороны. Все закрыто. Да, я думаю, хотя бы одна зона окажется открытой. Ага, сейчас. Хрен тебе, Кирюша. Ну ладно. Полезли тогда в туннель. О, здесь мы как раз вот в эту зону попадаем. Не помню, какая это зона. Но какая-то зона. Так, кроме этих огонечков, мне больше никаких тварей не попадалось. Это странно. Обычно в этой игре за мной кто-то охотится. Вот только что за мной охотились щелкунчики, и это вот клоуны. Вот эти вот, точнее, хотел сказать. Хотел сказать сначала хрень на колесах, а теперь вспомнил. Это же клоуны. Это были клоуны. Так, ну здесь я был или не был? Нет, здесь я не был. А может и был? Уже не узнаю я это место. Короче, надо исследовать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте сначала сюда сходим. Тут у нас... О! Открылось. Опять тоннельчик. Сколько тут этих тоннельчиков? А это что? Что-то вроде подвесной клетки. Это похоже на лифт. А, это лифт. Задание — смотреть лифт. Так, ну-ка. А, вот. Значит, я правильно повернул птицу. Так, я его осмотрел. И как мне его использовать? Панель с двумя недостающими деталями. Мне может понадобиться рычаг и другой предмет, чтобы включить это. Понятно. То есть я должен искать недостающие детали. Задание теперь мне активировать лифт. Понятно. Так.
Опять шум какой-то странный. А, это телек работает. Давайте-ка его выключим, чтобы не мешался. Ключ от основной области. Ух ты. Круто. Заодно я еще и батарейками разжился. Да не нужен мне телек. Он только шумит жутко. Так. А эту дверь можно открыть? Эту дверь открыть нельзя. А он еще дверь в зону. Да, кстати, от какой зоны я нашел ключ? От зоны 505. О, 503 открылась. Ну, ай да, в 503. Но здесь ни хрена нет. Здесь все двери закрыты абсолютно, и открыть их нельзя. Зря я сюда пошел, потому что тут нету ничего интересного. Так, а в этой зоне что-нибудь есть? 504. Нет, тоже. Одни закрытые двери. И больше ничего нет. Но если это 503, 504, значит поблизости где-то и 505 должна быть. Я правильно понимаю? Так, где 505 зона у нас находится? Так, еще тоннельчик. Но я пока не хочу лезть в тоннельчик. Я не все осмотрел. Кроме того, я еще и другой тоннельчик видел. А, это не тот. Вон тот, что ли? Да нет, из этого-то я как раз вылез. 518. Вон, 505 зоны. Ну ладно, потом ее откроем. Давайте-ка сначала сюда сходим. Так, батарей. Телефон. Позвонить по нему я не могу. Так, а что-нибудь еще полезное здесь есть? Да что ж тут вечно за шум какой-то? Даже с этими... Что это было? Некомфортно как-то играть с этим шумом. Я вам скажу. Даже когда от щелкунчиков я убегал, от клоунов было как-то получше. А, вот что это за тоннель. Вот как в него попасть. Я думал, это вообще что-то левое. А это оказался тоннель. Я знаю, куда он ведет. Он вон туда ведет. Ой! Что за звук? Какой-то монстр? Меня спалил? Только я говорил, что было интересно играть с монстрами. Что что-то подозрительно, нет никого. На тебе, пожалуйста. Ой, открылась зона. Кто это? Это Крампус? Черт, это Крампус! Я думал, это какая-то новая тварь, а это Крампус. Блин, вот тебя-то я, чувак, как раз и не ожидал увидеть. Интересно, а он лезть за мной может? Ой, нет-нет-нет. Крампус, отстань от меня. Блин, мне сейчас только Крампуса как раз не хватало. Вон он ходит. Топает опять. Ну, сейчас он топать как мант будет, да. Ну, так-то мне бы играть попривычнее, когда я слышу топот монстров. Нужно как-то проникнуть в 505-ю зону. И при этом не столкнуться с Крампусом. Крампус! Куда он идет? Эльф! Блин, еще и эльф! Это плохо. Это очень плохо, ребята. Куда они идут-то? Они идут как раз в 505-ю зону. Куда мне надо? Крампус и эльф. Вместе? Это очень нехорошо. Так, давайте вооружусь ключиком.
Нет, надо удрать отсюда в безопасное место. Крампус! Блин. Он сейчас меня поймает. Все, я загнал себя в тупик. Ай-яй-яй-яй, ну и рожа у тебя. Блин, я испугался. Хотя я привык уже к этому Крампусу. Я испугался. Ядрен батон. Так, а где у меня вообще последняя контрольная точка была? А, здесь. На лифте. Так, сейчас все делаем быстро. По левым зонам не ходим. Сразу уходим в 505-ю. Так, блин. Но ведь, по-моему, именно оттуда выходит Крампус. Так. Берем мой ключ. И автомат. Тут и пистолет. А, я могу только фонарик и еще какой-то предмет брать. Понятно. Ну ладно. Так, все, побежали. Быстрее. Будем зону открывать. Берем батарейки. Они мне пригодятся. Не, это 518-е. Оттуда Крампус выходит. Пятьсот пятое где? Вот она. Ой-ой-ой. Огоньки. Водяной пистолет, срочно. Так. О, здесь я могу пополнить запас водяного пистолетика. Пять зарядов максимум. Отлично. Так, ладно, в 517-ю зону я не могу попасть. Крампус? Пришел, падла. Вот рогатый чмырь. О, а вот эта дверь открывается. Отстань от меня. Ой-ой-ой! Вот паскуда эльф. Мерзкий эльф, блин. Я думал... Нет, я серьезно. Я думал, что это на меня напал сначала Крампус. А это эльф оказался. Вот паскудистый эльф. Так, ладно. В общем-то, все начинается по-старому, ребята. Ой, а вот эту записку я не видел. Вот, тут как раз этот. Подсказка, как лифт открыть, была. А я наобум стал делать. Ну, от них в тоннелях, по-моему, прятаться можно. Эльф-то в них точно не залетит, а вот насчет Крампуса не знаю. Но я надеюсь, что не залетят. Так, сейчас надо быстро все делать. Быстро текать. Здесь батареек нет. Вот они, батареечки. Батареечки мне очень-очень нужны. Так, текаем отсюда, быстро.
Так, этот монстрила. Сейчас опять появится. Сколько у меня зарядов? 4. Так. Вот монстр. Так, ладно, некогда сейчас. Сюда я тоже могу попасть. Интересно, так. Надо бы еще пополнить запасы. Пистолеты. Блин, почему я не могу сразу потушить этот костер? Просто взять и потушить его. Так, куда я попал? Кто? Крампус? Да, Крампус пришел на тропу войны. Точнее, вышел. Ой, блин. Эта хрень теперь еще и вверх летает. Господи, а сейчас еще и эльф летать начнет. А, сквозь. Я, кажется, понял. Эльф. Вон он. Паскудник. Ай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блинские ребята. Да, сейчас я опять, короче, возиться буду. Сейчас я опять буду возиться. Но это вообще нехорошо. Это ни капельки нехорошо. Так. В этот раз никаких батареек, только ключ. Берем ключ. И бежим скорее. Так, сейчас фигней главное не страдать. Сразу текать. Наверх. Даже наверху меня может этот чертов эльф поймать. Да и Крампус тоже. У них доступ во все зоны. Так, опять появился. Так, бегом. Так, ладно. Отправляемся, пожалуй, в 515-ю зону. А это у нас что? А, точно. У меня же с собой фонарика нет. Чё за... А, точно, Крампус. Отлично, Крампус и эльф далеко отсюда. Но надо быть осторожным.
Они прекрасно сюда могут зайти. Так. И где это мы находимся? Непонятно, где мы находимся. А, здесь он рядом, 514-я зона. Войти в нее можно. И что тут у нас есть? Так, так. Пока ничего особенного. Рычаг. О, для лифта. Так, лестница вниз. Ищ. Тут две лестницы вниз, я видел. Ой! Текаем, 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 текаем. Я не знал, откуда тут взялся Крампус. Ай, вот зараза! Блин, вот с этим Крампусом это вообще капец какой-то. Так, ладно, оставлю пока на паузу. Народ, рычаг у меня. Продолжаю свой путь. Спускаюсь осторожно вниз. Самое главное... не попасться Крампусу на глаза. Потому что Крампус это пипец полный. Ребята. Это полный пипец. Я зарядил фонарик. Здесь кто-то есть? Да нет. Не похоже. Тут в этом лабиринте легко заблудиться, и Крампус может поймать. Что это за звуки? Надо текать отсюда. Пока сюда Крампус не пришел. Потому что если он придет, это будет большая жопа. Так. Я что-то слышу. Крампус топает. О, блин, народ. Что мне делать? Он близко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Бежим, бежим, бежим! Что я наделал, идиот? Я идиот! Прыгаем! А! Еще и эльф! Да что за пипец? Ну это вообще жесть какая-то, это невозможно. Так, а какая... Блин, короче. Все, ребят, дохожу... нафиг до последней контрольной точки. И хватит, а то вообще жесть какая-то. Я просто не могу ничего сделать. Народ. Я вновь в той зоне, где столкнулся с Крампусом. И он топает. Дверь на замке. Я слышу... А, вон он. Вон Крампус. Самое главное, чтобы он меня не спалил. И эльф. Блин. Почему они все пришли в эту локацию? Ну, раз уж они внизу, значит, мне надо вверх исследовать. Черт.
Надо засесть. Да почему этот-то не работал? Водяной пистолет, я ж по эльфу стрелял. Что за странность? Так, ну все. Я вновь в этой зоне, вновь нашел рычаг. Сейчас я осторожно пытаюсь пробраться дальше. Не столкнуться при этом с Крампусом. Я слышу его шаги. Он где-то рядом. О! Вот он! Он идет, кажется, сюда. Да! Он идет сюда. Отсюда надо сматываться. Главное еще не забывать про эльфа. Так, все. Мне надо, я думаю, идти вон к тому краю. Потому что там, наверное, уже нету ничего. Я так думаю, что следующая часть лифта находится здесь. Так. Только действовать надо быстро. И самое главное, не натыкаться на монстров. Черт, кажется, я слышу шаги Крампуса. Или нет? Так. Открыл. Ну-ка, ну-ка. Куда я, интересно, иду? Или я здесь уже был? В случае чего можно вот здесь вот прятаться. Так. И надо бы еще зарядить мой фонарик. И пока я его уберу. Так. Ну нет. Я отсюда как раз. Так. И куда мне интересно идти дальше? Крампус! Бежим отсюда. О, пронесло. О, нет. Слышу шаги Крампуса. Этот старый черт не хочет от меня отставать. Так, здесь что-нибудь есть интересное? Здесь есть тоннельчик. Ой, Крампус меня спалил. Или не спалил? Спалил. Блин, рванул-то как? Зараза. Ну все, здесь он до меня не доберется. По крайней мере, не должен. Блин, блин, блин. Самое главное не проиграть, я уже дальше прошел, чем обычно. Так, а где это я? Ой-ой-ой-ой! Блин! Топает как мамонт. Этот Крампус. Так, ну чё, он уже ушел? Да ни хрена он не ушел. Давай уходи отсюда, Крампус. Ой!
Еще и эльф. Блин. А где же эта вторая деталь от лифта? Рычаг у меня. Где-то еще должна быть часть. Блин, эта пара здесь везде щеголяет. Если не Крампус мне мешает, так эльф. Так, а куда мне сейчас надо идти? Не понимаю. Крампус, он все тут тусуется. О! Ой-ой-ой-ой! Фу. Он меня спалил, но я сумел от него удрать. Я уже слышал, как он там топает. Главное, он тут стоит, меня ждет. А за мной не лезет. Все, ушел. Блин, и куда же мне идти? Здесь Крампус повсюду бродит, он мне мешает. Подарок еще оставил свой. Ловушку. Самое главное не напороться. Особенно, когда убегать от него буду. Да ты козел старый. Бежим. Опять он за мной, короче, по-моему, погнался. Как мне вообще отсюда уйти? Эльф! Тоже залететь он ко мне не может. Здесь Крампус? Да что ж мне делать? Я просто застрял. А, он там. А эльф, по-моему, Крампуса зовет, я так понял. Эльф. Ну давай. Ой. Нет. Давай, эльф, зови Крампуса. Отвлекай его. Позвал вроде. Или это мне только так кажется? И ни хрена он не призывает Крампуса. Ой-ой-ой! Крампус, зараза! Ой-ой-ой! Он меня спалил! Но я спрятался. Все, я в домике. Блин. Вот чмырь. Когда он вообще уйдет отсюда? Он тут постоянно околачивается. Рогатый скот. Куда он сейчас пошел? Я не понимаю. Так. Живо мчимся. Вон туда. Если, конечно, там нету эльфа. Стекаем. Ай! Я не туда пошел. Ай-яй-яй! Вот зараза, эльф! Гад. Ну ладно, ставлю на паузу. Так, все. Продолжаю. Я пришел сюда. До этого места Крампус здесь пока еще не добрался.
Я его опередил. Сейчас мне нужно как можно быстрее разыскать деталь от лифта. Я подозреваю, что мне надо вон в ту дверь идти. Да, вот он. Странный камень. Но я не знаю, это разве деталь от лифта? Я думаю, это что-то другое. Или это от лифта деталь все-таки? Нет, это деталь от лифта. Все. Пора текать отсюда. Пока Крампус не пришел. А я слышу его шаги. Да. Ой! Ай-яй-яй-яй. Все, мне хана. Да нет, еще не хана. Я еще могу текать от него. А, вот зараза! Ну я уже почти, мне оставалось только добежать до этого, как его, до лифта. И все было бы в ажуре. Но теперь я хотя бы знаю, где находится деталь от него. Теперь мне не надо бродить нигде. Все, сейчас главное все успеть сделать быстро, пока Крампус меня не опередил. В общем, все. Обе части... Что-то обе детали от лифта у меня. Мне остается только спуститься вниз. Вот только я боюсь Крампуса. Ну ладно, была не была. Так. Эльф. Это плохо. Где-то рядом, наверное, Крампус бродит. Думаю, надо спрятаться. Я сказал спрятаться. Фонарик убираем. Так, и ждем. Потому что, по-моему, я слышу шаги Крампуса. Он должен сюда рано или поздно подняться, и тогда я побегу наверх. Опа, эльф вместо Крампуса. Наверное, Крампус скоро придет. Да, идет, идет, идет. Слышу его шаги, он близко. Вот он. Вот он. Так. Сейчас они уйдут подальше. А теперь текаем. Дверь закрыта. О, есть же тоннель. Фу, пронесло. Скорей, скорей, скорей. У Крампуса с эльфом есть доступ к дверям. Ну-ну-ну-ну-ну. Еще немного. Все, теперь я уже далеко от них, они до меня не доберутся. По крайней мере, не должны добраться. А то кто их знает? Могут взять и добраться.
Они сволочи такие. Так. Вон там путь к лифту. Ура! Я добрался до лифта. Все. Остается только поставить детали на свои места. Так. Но надо поторапливаться. Неизвестно, когда они тут до меня доберутся. Так. И что там у нас еще? Все. Сейчас лифт должен заработать. Только возьму, как всегда, ледяной пистолетик и фонарь. Так, все. Ну нет, фонарь мне нужен, потому что там внизу темно. Так, я услышал чей-то звук. Ой, девушка, та самая. Она здесь со мной. Так, ты был непослушным, не так ли? Хм, не знаю. Там же он говорил, я не сделал ничего плохого. Такой, нет, это неправда, говорит. Нет, ты бы непослушным. Вот почему они притащили тебя сюда. Тогда что я такого натворил, я уже спрашивал, непонятно. Что я такого натворил, чтобы они меня сюда принесли? Кстати, почему ты выглядишь такой спокойный? Ты не волнуешься? Так, фонарик можно убрать, он мне здесь не нужен пока. Волноваться? Я не волнуюсь, я считаю это бесполезно волноваться. Я предпочитаю быть авантюрной. Значит, это все-таки не галлюцинация, это реальная девушка. Я хочу выйти из этого места. Знаешь ли ты, как это можно сделать? То есть, как можно это сделать? Ты знаешь ответ к этому вопросу. Зона 500. Я уже знаю. Нет, я не знаю. Пожалуйста, скажи мне. Или зона 200. Конечно же, ты знаешь. Опа, и исчезла. Нет, видимо, это все-таки галлюцинация. Или это какая-то странная. Девушка, может, это вообще не человек. Ну да, там же... Нет, зона 200. Потому что я сейчас в 500-х зонах, и выхода нету никакого. Да, мне надо добраться до зоны 200. О. Вот я и приехал. 224? До выхода осталось немного. Надеюсь, что теперь ни эльф, ни Крампус меня тревожить не будут. Потому что они остались далеко наверху. Опа. Загрузка была. Сейчас опять какую-нибудь сцену покажут. Может быть, Крампус и эльф вызовут лифт и приедут за мной? А, я приближаюсь к области 200. А, нет, это я добрался до этого, до чекпоинта, наконец-то. Слава богу. Все, дальше уже будет чуточку легче. Ладно, на этом, пожалуй, ролик подходит к концу. Я надеюсь, что в следующем видео мы сбежим из этого места и пройдем игру. А на этом все.